Этот сливочный соус прекрасно подойдет к мясу или рыбе, для заправки салатов или даже в качестве намазки на хлеб. Очень вкусно и просто. Для пикантности в этот неповторимый соус можно добавить мелко нарезанный маринованный огурчик, а также жареные или маринованные грибочки. Просто пальчики оближешь. 1. Чеснок почистите и крупно порубите. 2. Добавьте к чесноку соль и разомните все вилкой. 3. До тех пор, пока не образуется однородная масса. 4. Всю зелень нарежьте и добавьте к чесноку. 5. Добавьте все оставшиеся ингредиенты и хорошо перемешайте. 6. Приятного аппетита!